Очень рада вас видеть сегодня. youtube.com Мила Гурзуф приветствует вас на своем канале. Итак, дорогие мои, после того, как мы встретили восход солнца, приступаем к гимнастическим упражнениям. Конечно же, когда идет пробуждение, не забывайте потянуться хорошо в кровати и почувствовать, что позвонки, там что-то хрустит. Это правильно. Затем, если у вас у каждого есть вот такой турничок, так, подходим к турничку и начинаем делать наши любимые упражнения. Сначала просто потянуться, растянуть позвонки, так, а затем начинаем подтягиваться. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Есть такое. И можно, конечно же, повернуться можно. И с этой стороны сделать. Обратите внимание, что очень хорошо. Раз, два, три, четыре. Делать по-разному. У кого сколько раз получается. Затем, если вы не можете делать на мяче сразу, а этот комплекс упражнений я показывала, как делать прокатку нашего позвоночного столба, лежа на коврике, делайте тогда ряд упражнений. Я уже вам их показывала, которые лежа на кровати нужно делать. Для тех, кто не может. На коврике сложнее. Сейчас мы будем делать прокатку позвоночного столба. Ложимся на 12-й грудной позвонок. И начинаем делать прокатку. Вот появилась болевая точка. И прокатываем по часовой против, ищем болевую точку. Нашли ее и полежали, зафиксировали это место. Легче стало. Эта процедура занимает от 20 до 30 минут. У всех по-разному. И так прокатываем каждый позвонок. То есть от 12 до 1 до шейной зоны, до шейного воротника. До первого позвонка. Грудного отдела. Вот таким образом сделали прокаточку. После нее состояние легкости, просто прекрасное состояние в позвонках. Так. Затем я вам хочу сказать, обязательно восстанавливаем дыхание. И тем более, что я вам много рассказываю. Так. Сейчас следующее упражнение. Поскольку мы растянули, прогнули наш позвоночник, гибкий более-менее становится, делаем другие упражнения на разогрев. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом. Получается работа сердца. Затем делаем упражнение для талии. Это вращаем. И в другую сторону. Держите ноги. Шире, чем на ширине плеч, более устойчиво. Так, затем следующее упражнение. Я, конечно, тороплюсь, потому что мне нужно успеть сделать видео и уложиться как бы во время. Вы делаете это медленным темпом.
таким, каким вы можете. Здесь теперь делаем наклон. Наклоняемся. Вот видите, стопы, пальчики. Вот ложим руки. Чудесно. Потом коленки лбом прикасаемся вот так. Потом опять сюда. И потом опять коленочкой, коленочкой лбом. Можно сделать вот эти наклоны. Я сюда. Обязательно. Прогнулись. Как только можно, прогибаемся. Следующее упражнение будем делать силовые нагрузки на мышцы рук, чтобы убирать и у мужчин, и у женщин есть это. Значит, показываю сразу. Вот гирьки 3 килограмма, если очень тяжело. Я делала уже первое время на 3 килограмма. Сейчас я делаю на 5 килограмм. Значит, вот он, садимся сюда. Так, корпус прямой. И делаем упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 подхода. Я делаю каждому упражнению 15 раз и по 3 подхода. Затем следующее упражнение. Я уже как бы показывала вам. Делаем таким образом. Прогибаем спину. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Сделали. Теперь следующее упражнение. Можно вот так. Вот так. То есть вот так можно делать. Кто как хочет. И точно так же. 3 раза по 15. Следующее упражнение. Есть такой в тренажерном зале. Тренажерчик. Только там делаете вот так. Можно отсюда. Нагрузка колоссальная. Точно так же 15 раз. Затем толчком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и до 15 раз. Итак, дорогие мои друзья, вот такая маленькая нагрузка ежедневная. Еще хочу вам показать. Вот это самое ценное, самое главное. Это вот этот массажер. Я обязательно делаю здесь. Это купили мои дети. И в Америке вообще купили. Это очень-очень дешево. То есть это вообще получилось за $50, а стоило $100. Вот пульт. 10 режимов переключений. 3 основные системы. Очень хорошо для грудных позвонков. И таким образом вот включаем систему и начинаем массировать ваш грудной отдел. Проходим
поясничный отдел. Потом переходим к пояснично-крестцовому отделу. На каждом отделе грудной, поясничный, пояснично-крестцовый вы проходите все три основных режима. То есть 10 переключений в каждом. Процедура занимает очень много времени, дорогие друзья. Уделяйте себе внимание. Итак, до следующего комплекса наших упражнений. То есть я хочу вам сказать, до завтра. Заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики, спрашивайте. Это очень, ну, скажу вам, замечательно заниматься спортом. Чувствуешь себя постоянно молодым. Мышцы крепнут, легкость появляется. Легкая, прекрасная, хорошая походка. Вы просто летаете. И я вам хочу сказать, что в вашем бизнесе всегда будет успех. И в вашей семье будет всегда царить любовь. Все будут любить друг друга, потому что спорт, он повышает стимул жизненный. Он разрешает все проблемы. Дорогие мои друзья, будьте счастливы. И пусть ваши сердца наполнены будут любовью. До скорой встречи. youtube.com